Привет, я Никита Власов, а вы смотрите телепроект «Звукосниматель» на телеканале ТНТ «Онега». Группа Skatex объявила сбор средств на съемку видеоклипа к одной из своих композиций. В сети выложен тизер, призванный вдохновить на сдачу средств в общую копилку. Ходят слухи о том, что группа Громыко очень скоро опубликует видеоклип, как будто бы к юбилею выхода альбома «Акробатинка». А видеоклип фолк-группы «Саттума» на новую песню в канун выхода нового альбома уже готов и появился в сети. Там же новый клип петрозаводских последователей Курта Кобейна, группы «Ганеша». Телепремьера «Друг за другом» сегодня в программе «Звукосниматель». Ja karskeja miehillä, sieviä naisilla 1100 kun päivässä näkee, sitten muistissa hakee. En ole naamakirjassa käynyt, tunnin se pahalta tuntuu. Mitäs ne siellä puuhailee ja pärjääkö ilman minnuu? FB, addikti, VK, tähti, virtuaali maailman nero. Mulla on maapallo sormien alla.
В Петрозаводск приедет московская группа «Шаттилока». Как пишут про артистов в интернетах, это синтез нежной акустики, жгучего рока, выразительного мелодичного трип-хопа и пленительного вокала. «Шаттилока» нередко сравнивают с группой «Пятница», «Дельфином» и даже «Радиохэд». В Петрозаводске группа «Шаттилока» выступит в клубе «Убежище номер один» 27 октября в 8 вечера.